Южно-Сахалинцы разделяют досуг с соседями. Делают они это в рамках проекта «Активный двор», который стартовал на этой неделе. Его реализует Центр общественного здоровья в рамках нацпроекта «Демография». Первое мероприятие провели на улице Вокзальной. В районе дома номер 9 прошел праздник для родителей и их детей. Во дворе объединили развлекательную и медицинскую площадки. Специалисты провели скрининг на факторы риска хронических инфекционных заболеваний. Проверить себя решились более 20 человек. После анализов каждого проконсультировал врач по медпрофилактике. Мне вообще нравится, когда какая-либо активность такая общественная делается, что в парках, что теперь даже в детских площадках, позволяет разряжаться, поднимать настроение и чувствовать себя счастливым. Подобные мероприятия не последние, проводить их намерены и далее.